В общем-то, контактов с Щербаковым было не очень много, но один такой примечательный. Значит, как-то я в галерее мы какой-то были, Алексей Гальянов, а он, в общем, фотограф такой из Челябинска, удивительный, и вот как раз он умеет поймать момент. У них серия портретов у него шикарных. Причем практически все барды сняты были им в свое время. И вот вдруг на стене там портретик такой. И там Михаил Щербаков такой блаженно довольный, с улыбкой на лице. И это как раз я вспомнил, когда очень случилось. Очень редкое выражение лица. Редкое. Значит, это в каком же было году? В 2012 году. На платформе. Да, на платформу. Лида все-таки смогла пригласить, да, Щербакова. Вытащили, да. Вот. И в какой-то момент времени они, как организаторы, все куда-то разбежались, и я с ним остался один на один на поляне. В общем-то, он человек, так понимаю, что к поляне не очень приспособленный. И он как-то сел так на деревце там и сидит. Я думаю, ну надо развлечь все-таки человека светской беседой. Удалось. Вот он когда улыбается, это я ему что-то рассказывал. Наверное, про белочку какую-нибудь. Вот, как-то так получился у нас. В общем, ты вошел в историю тоже фотографий. Нет, меня-то на фотографии нет.